Сегодня на кладбище многие придут и привезут пышный венок. Внутренние органы не выделит, он не получит спецпаёк. Провалилась плановая засада. Обломалась на братву, в пятницу облава. С утра рыдает, сука, чей главный зашифрованный агент. Они совсем не ожидали этот гиблый момент. Кто в стакане будет выворачивать карманы и шмонать? Кто будет методично паспорт и личность проверять? Так недолго дышало, ныло тандриное тело. Осталось незаконченным начатое дело. Ходит на ушах, пацаны в портале веселятся. Шума гамма новости начинает улицы качаться. Секущим ударом никогда не было столько бочка. Не расставит в протоколе, где положены точки. Не подбросит, поставит, по личным не поймает. Где я находился с 8 до 10, он не узнает. Говорил ему папа, попадешь в эти сети, а не хуже, чем гестапо, посудится на сам. Закон как цемент, перед ним все виноваты, прав только мент. Он и слушать не хотел, его никто не заставлял. Выбрал дело по душе, власти искал. Хотел быть сильным, этот честный мент. Но злодейка судьба предрекла ему смерть. О, папа, папа, как страшно было. Лаяли пули, пули, пули. Искали бабки, дурь, стволы. Мать твою, мочили черножопы. Брали дань, спорил за 12 лет. Пакет ресторан, АР, АЛ и ДП, а рядом умер честный мент. Он умер. 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 Думала душа от тела отдаляясь. Отдохну за стенках края. Вот так и всегда история одна. Даже и в раю есть у мусора плат. Он умер. Умер честный мент. 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 Честный мент.